Весь день на площадках фестиваля проходят игры, конкурсы, мастер-классы, звучат любимые песни, выступают детские творческие коллективы. Свои номера представляют ребята из детского КВН. На аллеях парка можно встретить персонажей из любимых мультфильмов. Здесь работают порядка 30 разных тематических, развлекательных и познавательных площадок. Чтобы приехать на фестиваль, пришлось прогулять детский сад, рассказывает Любовь Бирюкова. Ее дочке Арине только в августе исполнится 3 года. Мама уверена, малышка обязательно запомнит этот день. Это ее первый большой праздник. В этом году мы первый раз. Нам очень здесь понравилось. Впечатления самые замечательные. Нравится, что очень много инсталляций, очень много локаций по разным мероприятиям. Поэтому все супер, все замечательно. Мы провели прекрасный день. И еще продолжаем. Мне понравилось. А Татьяна Холодева с дочерьми на фестивале уже второй раз. В прошлом году все очень понравилось. И в этом фестиваль вызывает одни положительные эмоции, рассказывает Татьяна. Во-первых, мне нравится то, что все бесплатно организовано. То, что сделано, рисуют детишки, лепят. Все для художества, развития, соответственно. Да и вообще все очень супер. Все радостные и счастливые. День защиты детей – один из старейших международных праздников. Это праздник детский, но он был учрежден для взрослых. Большинство малышей, которые сегодня пришли на фестиваль, еще не понимают, что означает этот день и почему он носит такое название. Вы знаете, какой сегодня праздник? Да. День детей. А что для вас этот праздник? Что вы про него знаете? Что? Дети радуются. 13-летняя Виктория уже более осознанно встречает этот день. Этот праздник обозначает, что не у всех детей все хорошо, и на эти проблемы нужно в этот день особенно обращать на это внимание. Чтобы взрослые обращали на это внимание и как-то могли детям помочь и защитить в трудной ситуации. В мероприятии, организованном в Струковском саду в честь Дня защиты детей, приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Хочу поздравить всех детей с началом летних каникул, долгих, продолжительных. Хочу пожелать, чтобы весь этот период был наполнен новыми впечатлениями, счастливыми, новыми друзьями, чтобы была замечательная погода, чтобы дети имели возможность хорошо отдохнуть. Ну и, конечно, напомнить всем взрослым о том, что это все-таки праздник защиты детей. Давайте будем с ними рядом, давайте их будем учить добру и всему самому хорошему. Почетным гостем фестиваля стал генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Уже второй год «Союзмультфильм» выступает главным партнером детского праздника в Самаре. В этом году фестиваль окреп, он стал масштабнее. И мне кажется, это уже такой вот вектор для нашего постоянного сотрудничества. Мы надеемся, что наши зрители вырастут людьми отзывчивыми и умными. Выходит, что ты находишься в постоянном диалоге и с детьми, и с родителями. В первую очередь с детьми. И мы чувствуем, как постепенно даже родители начинают нас перекладывать, что ли, эту функцию воспитания детей. И мы все учимся чуть-чуть еще и быть педагогами. Программа фестиваля рассчитана до самого вечера. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.